Tôi trong hoàn cảnh bị nhiễm chất độc da cam sau khi hoạt động ở chiến trường. Thì lúc đó là đế quốc Mỹ dùng các loại bom, trong đó là có là bom chất độc. Thì chúng là máy bay dùng chúng thả phù hết và cây cối nó là sùng lại. Во время войны он служил солдатом в армии Северного Вьетнама в районах, сильно загрязненных агентом Оранж, о чем он ничего не знал. Теперь он вынужден иметь дело с длительными последствиями той войны, и справляться с этим очень тяжело. Первая трагедия поразила их, как удар молнии, но они цеплялись за надежду, что однажды они будут благословлены здоровым ребенком. Его жена продолжала беременеть, ее худощавое, как скелет, тело хранит травму, вызванную рождением 15 детей. Но только один из этих детей избежал тисков трагедии. Khi tôi biết tôi bị nhiễm chất độc da cam, thì lúc đó, trước khi biết thì cả con lúc đó là đã nhiễm rồi. Chứ trước là con sinh ra 1-2 tuổi chết rồi sinh ra chết, cho nên cũng biết là chất độc da cam. Biết bản thân bị chất độc da cam trước thì không đẻ được, đẻ nó chết lo rồi nhiệt. Сегодня в живых остались только три его дочери. Среди них у одной когнитивные нарушения, у другой физические, а третья считается здоровой. Она вышла замуж, но их внучка не смогла избежать гнева войны. Thì nó hay nè, chết được mình hay, nhưng mà sợ nó chết sau thì vất vả lắm. Война отняла у этого дома все. Их дети, смех, их надежды и мечты. Он чувствует, что дух его детей продолжает жить, но он боится будущего. Будущего, в котором не останется никого, кто мог бы возжечь благовоние, никого, кто мог бы сохранять дух его детей.